Благотворительный фонд «Корпорация монстров» может остаться без крова над головой. Долгое время аренду помещения, где реализовываются все проекты фонда, зарплату сотрудникам оплачивал один из попечителей. С этой его постоянно упрекали, мол, таким образом мужчина хочет обратить на себя внимание, а фонд намерен использовать своих подопечных на выборах. Нас постоянно обвиняли в том, что это все связано с политикой, и он связан с политикой, хотя он с ней совсем не связан. И вот мы приняли решение, особенно учитывая, что вот идут выборы, для того, чтобы никогда больше никто нас не обвинил в том, что мы кормим стариков, для того, чтобы потом как-то это использовать, выйти в народ и попросить помощи людей для того, чтобы быть независимыми. Теперь фонд ищет бесплатное помещение, подходящее для своих многочисленных благотворительных проектов. Это 200-250 квадратных метров. Это обязательно первый этаж, потому что 80% наших подопечных – это люди старше 70-75 лет, и им очень сложно спускаться в подвал. Или нам предлагали здание за эти годы, но это все не подходило нам. То есть это должен быть первый этаж, это должен быть обязательно Приморский район, потому что очень много наших подопечных из Приморского района.